центр карьеры я попала на первом курсе, когда перепутала кабинет и собраний. Это произошло совершенно спонтанно, но я с тех пор ни разу не пожалела о том, что я такая рассеянная, о том, что я перепутала кабинеты. Я пришел сюда на конце первого курса, чисто случайность, попал на своем студенческом совете на ЕЭПе, в карьерный офис, начал заниматься этими мероприятиями и как-то постепенно втянулся. Как известно, случайность – частный случай закономерности. И те, кто однажды пришел в центр карьеры, уже не случайно обрели здесь надежную поддержку друзей и единомышленников. А самый важный – вектор, в направлении которого нужно и можно двигаться дальше. Карьера – это то, как ты хочешь себя реализовать в своем будущем, а какое будущее ты хочешь дать своим детям и как вообще прожить эту жизнь. Это все карьера. И начинается она как раз с университета, а центр карьеры – это как раз колыбель карьеры для всех людей, обучающихся в университете. Третьего мая в университете Лобачевского состоялся праздник, посвященный очередному выпуску Центра карьеры. В этот день поздравляли и награждали самых активных, целеустремленных и талантливых. Это высокоталантливые, высокопотенциальные студенты, выпускники, которые обладают склонностью к развитию, обучению. Это люди принципиальные, честные, стремящиеся привнести что-то новое, инновативное. Так что это вот люди, которые соответствуют нашей корпоративной культуре, нашему духу. Илья Кузнецов тоже когда-то пришел в эту команду случайно, но за время, проведенное в центре карьеры, получил фактически еще одно образование. Ну, это новый опыт именно организации каких-то мероприятий, как работать с людьми, как работать в команде. Это, я считаю, очень важно в жизни каждого человека. И неважно, в центре карьеры он или нет, эти навыки, скажем так, общечеловеческие. Для мужчины, конечно, важно реализовать себя, это несомненно. Но и про личную жизнь тоже не надо забывать. То есть я ему желаю быть гармоничным в этом смысле. Выпускники центра карьеры умеют все – петь, танцевать, находить общий язык с людьми. И не просто двигаться вверх по карьерной лестнице, а искать свое призвание и максимально честно и результативно воплощать задуманное на этом пути. Мне кажется, успешный карьерист – это тот человек, который полностью самореализовался и доволен тем, чем он занимается. И то, чем он занимается, приносит ему и доход, и удовольствие. Он полностью удовлетворен своей деятельностью.